На нашем телеканале стартовал новый конкурс. Приурочен он к премьере сериала «Сыны анархии», который выйдет в эфир 10 августа в 23:30. В течение 2 недель до премьеры фильма мы совместно с клубом «Алькаши» будем выбирать самую достойную подругу байкера. Предлагаем вам познакомиться с нашей первой участницей конкурса. Ольга Шаховцова, 31 год, руководитель шоу-балета. Ее главное качество – искренность, а жизненный девиз – никогда не опускать руки. Все, что не происходит в нашей жизни, происходит во благо. Я немножко бунтарка. Я люблю заниматься своим любимым делом. То есть из-за этого я бросила работу однажды. Я люблю адреналин, я люблю риск, я люблю делать то, что хочется, то есть, ну, спонтанно. Я висела на 10-метровой высоте. Я поехала в чужой город с незнакомыми людьми. Не знаю, я каталась на большой скорости, как на машинах, так и на мотоциклах.